Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. С вами Лариса. В связи с отпуском на недолгий срок выпуски на моем канале прекратились. Но как неисправимый коллекционер, я не удержалась и приобрела в местном садовом центре, на мой взгляд, интересное растение. Это острый перец капсикум. Выбрала три цвета, ярких и красивых. Красного, желтого и оранжевого. Это будут маточные кусты с уже практически готовыми семенами. Осталось только собрать и подсушить. Это высокодекоративное растение, но при этом очень острые плоды. И все работы по выращиванию и переработке нужно делать в перчатках. И употреблять в пищу в большом количестве нельзя, опасно для здоровья. Но как приправа в самый раз. Подробно о дальнейшем размножении и выращивании этого красавца на всех этапах в следующих выпусках. Желаю всем удачи! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Самое интересное впереди. Пока!